приехал с Хабаровска, а тут такое творится. Три дня прожил в Ольге, пока вода упадет. Ну, узнал, что здесь налаживают переправы, МЧС работает. Как бы приехал посмотреть, да, действительно, парни молодцы, вовремя здесь все налаживают. Наконец, может, домой попаду. Сегодня спасательный перевыпуск спасательной службы и спасателями МЧС России была организована лодочная переправа через реку Аввакумовка в Ольгинском районе. Сотрудниками чрезвычайных ведомств были перевезены энергетики, которые займутся восстановлением нарушенного электроснабжения населенных пунктов Михайловка и Фурманово. Кроме того, спасателями были перевезены трое взрослых и двое детей.